лекарства не нужны. Когда увидите вот такую камеру, не думайте, что это именно для вас. Смотрите, здесь лежат вот такие картинки. Наводите ее на камеру, и на экране появляется живой морской обитатель. Значит, давай по очереди. На камеру наводи. Вот, смотри, какая. Можно ее поворачивать, рассматривать со всех сторон. И вот здесь описание, что это такое. Да? И вот морской конек тоже, знаете, как интересно. Раз, вот. Ой, мамочка. Морской конек, оказывается, он вон какой, не очень-то юж. Вот так. За пингвинами вообще можно наблюдать часами. Они еще и тут гонки сегодня какие-то устроили. А дальше вот здесь... Здесь общаются с удовольствием с людьми. Меряются, да? Да. Ой. Вот они, привет, говорят, привет. А если вы хотите почувствовать себя на дне морском, то в левом крыле океанариума есть вот такой 70-метровый тоннель. И в конце него плавают акулы. Раньше был даже такой, как аттракцион кормления акул водолазом в определенные часы. Сейчас не знаю, остался он или нет. Ну, это впечатляет. Да, это что-то. Давай туда. Вот бабушка как будто щекочет ската. У нас в виде круче экспорт для бабушки, да? А где акула, ты говоришь, Саша? Вот она, они маленькие вот такие, да? Вот она, селёдочка. Вот акула. В заключение экспозиции вот такой огромный аквариум. Говорят, что сначала его установили, а потом только крышу сделали, потому что он настолько большой. Так что обязательно, если будете у нас в Владивостоке, посетите океанариум, потому что я вам даже, не знаю, 20%, наверное, только показала того, что у нас есть. И обязательно не просто пробегитесь, а послушайте, пощупайте, поиграйте, раскопайте. То есть воспользуйтесь всеми преимуществами этого места.